решение остепениться, только молчать и слиться, а лучше кричать и кидаться, чтобы никогда не сдаться. Пропитанным злостью и никотином я навсегда останусь тином. Всегда 17, всегда война и вечный дождь пустородно.
где тысячи людей, я совсем один. Стоя посреди дождя, сохнуть без воды, прыгать в парать и сдаваться навсегда, но потом опять пытаться. Среди тысячи людей я совсем один. Стоя посреди дождя, сохну без воды. Я подпрыгнул и упал, и сдался навсегда. Я не могу дотянуться до звезды. И это хорошо, но не всегда в ту сторону и не всегда так, как нам нравится. И следующая песня о том, что нас затягивает все быстрее и быстрее. И помимо всего хорошего, что происходит, есть там и отрицательные стороны. Треугольники неба в прудах проводов, зеркальные махины сверкающих домов. Интересные линии, они пусты. Так много геометрии, так мало красоты. Оцифрованные фильмы, оцифрованные песни. Мир съедает постепенно оцифровочная плесень. Оцифруй все свои сны, и пусть тебе приснится, как летит двоичный год. Нули и единицы, нули и единицы.
пусть от новостей так быстро мир стал другой. Я не успеваю остаться собой. От новостей так быстро мир стал другой. Я не успеваю остаться собой. От новостей так быстро мир стал другой. Я не успеваю остаться собой. От новостей мир стал другой. Не успеваю остаться собой. Спасибо! We'll be right back.
Спасибо! Никогда не ошибается в выборе своего пути только тот, кто никогда никуда не идет. Все остальные вынуждены совершать ошибки. И это страшное ощущение, когда ты из одного тупика перебираешься в другой, и кажется, что выхода нет. Но если не останавливаться, если продолжать идти, то рано или поздно что-то впереди засветит. Давайте искать выход вместе. Спасибо вам огромное, это было здорово!
солнце такое, долгий ядерный взрыв. Мы согреты теплом этого света и немного солнца. Мы прячем в ракетах, если вдруг захочется жаркого лета. Если мы захотим тепла себе и другим, нас всегда спасут наши командиры. Жизненные банки ринутся вверх, в них вся любовь и вера этого мира. Yeah.
выше. Они видны на горизонте, но пока я не доплыл. Yeah.
каждым днем мир становится все меньше. Не в физическом смысле, а потому что происходит глобализация, и в информационном смысле он сужается и сужается и сужается. И если какое-то время назад, век назад, то, что происходило в Африке, то, что происходило в Америке, каким-то образом докатывалось, конечно, допустим, до нашей страны, то все равно на это уходили месяцы, годы. Теперь все, что происходит в Украине, касается всего мира. То, что происходит в Африке с Эболой и с Исламским государством, касается всего мира. То, что происходит в Японии, когда взрывается Фукусима, касается всего мира. И это будет продолжаться. С каждым днем мир будет становиться все теснее и теснее. И если кто-нибудь на свете думает, что он сумеет переждать какие-то трудные времена или какие-то страшные события в своем тихом углу, то, на наш взгляд, такой человек глубоко-глубоко заблуждается. Есть много способов забыть о том, что надоело знать. Построить мир из облаков и навсегда укрыться в нем. А всякий раз, когда внизу все будет полыхать огнем, ты не найдешь получше слов и повторишь: я не при чем. Зашторишь окна поплотней, себя похвалишь, что не влез, но пламя будет до небес. Небо во мне, никто не будет стороне. Небо во мне, никто не будет стороне. Небо во мне, никто не будет в стороне. Во мне никто не будет в стороне. Мир пропитан бензином и нефтью, вьются струи у тех же пропара. И достаточно крохотной искры, чтобы вырвался крик, все пропало. Даже этого ты не услышишь. Ты мудрее, ты лучше, ты выше. Забыть о том, что надоело знать. Построить мир из облаков и навсегда укрыться в нем. А всякий раз, когда внизу все будет полыхать огнем, ты не найдешь получше слов и повторишь: я не при чем. Зашторишь окна поплотней, себя похвалишь, что не влез. Есть то, что меняется очень быстро, есть то, что не меняется веками, и еще со времен Древнего Рима актуален один очень важный вопрос: кто будет сторожить сторожей?
синий свет на каске дышит. Согнутые щиты, они все ближе. Все, что нужно и что ты замолчала, слез забыл. Потому что не просил то, что ты мне просил. Все, что нужно и что ты замолчала, слез забыл. Потому что не просил то, что ты мне просил. Все, кто меня пишет правила игры, можно пытаться поиграть, но только до поры. Потом терпению, доверию выходит ров. Плевать на правила, теперь все поперёк. И вот на площади среди своих друзей ты снова навсегда рассказ своих бедей. Последняя часа ты поднимаешь флаг. Тебе приятного река, это в носу. Этот синий свет на каске брыщет. Солнце исчезает. Yeah.
дали им свой покой, но ниточка доверия порвалась. Они должны защищать нас с тобой, они защищают свою власть. Есть одна причина, по которой им заблагобешенство подобно. Неотвращение, как могут нарушать закон люди, у которых есть право стрелять на поражение.
Спасибо вам огромное за очень жаркий прием. Спасибо! Когда никто не слышит, о чем мы говорим. Мне кажется, что мы давно не живы, зажглись и потихоньку догорим. Крематорий и базар, и все привыкли ничего не замечать. Когда тебя не слышат, для чего кричат? Мы можем помолчать, мы можем петь, стоять или бежать. Огромный синий кит порвать не может сеть. Сдаваться или нет? И снова замыкает на себя слова и провода. И снова с неба проливаются на нас ответы и вода. И если ты начал что-то понимать, и от прозрений захотелось заорать, но тебя могут не...
не понять. Никто из них не хочет ничего менять. Ты можешь замолчать, ты можешь петь, стоять или бежать. Огромный синий кит порвать не может сеть, сдаваться или нет. Мы можем помолчать, мы можем петь, стоять или бежать. Гори, но не сжигай, иначе скучно жить. Гори, но не До встречи! Спасибо!